Старшовый. Футбол, Шахтёр, Этаж, короче. Да, я не разбираю, есть тренер, а мне надо ошибка. Это ошибка все. Как сегодня Саша там начался? Вы сами ответили. Я думаю, ответьте на свой вопрос. Выставляется, Саня? Забил два. Будем душить как-то. Как вам поддержка болельщиков? Вообще супер, честно. Фантастика. Она, можно сказать, помогла, да? Конечно, она погнала кучера вперед, правильно, забивать, поэтому это большая заслуга в первую очередь, что нас поддерживает такое количество. Хотел бы ты в следующем матче забить тоже? Нет, лучше я буду играть сзади и по возможности играть на ноги. В перерыве какой-то разговор прошел ты в сторону? Понятно, был разговор. У нас тренер умный, он всегда, ну что, мы так думаем, ну, каждому отдельно, там, то, что где-то кто-то не это, ну, подправили, вы сами все видите. Счет на табло. Как думаешь, Андрей, второй гол Кучера можно назвать ключевым моментом матча? Ну, конечно, то есть была, как бы они выровняли игру, и Саня забил такой важный гол, и более успокоились мы, потому что, ну, как бы мы владели преимуществом, у них практически момента не было. Ну, дальше уже на контратаках. Да, да, и поэтому как бы начали диктовать условия, поэтому забили третий гол, потому что они пошли вперед. Ну, а Динамо, вот сравните, если с прошлым чемпионатом и нынешним? Ну, я не сравниваю, я футболист, мое дело играть. То есть, есть тренера, есть, не знаю, эксперты, журналисты, они пускай сравнятся.